Джеймс, ты не рассчитывай на анестезию. И боли утоляющих не дадут, пока ты пациент центра. Куда я лечу? В Миннеаполис, сэр. Мне водку или что там у вас? Сэр, простите, но мне запретили давать вам алкоголь. Кто? Доктор, который принес вас на борт. Почему ты так со мной поступаешь? Потому что ты мой брат. Ты разбиваешь сердца нашим родителям. Правда в том, что я не должен быть здесь. Я не такой, как все эти люди. Мы все здесь равны и должны присматривать друг за другом. Это отстойный стол, не правда ли? Вот черт! Подумал, может, тебе скучно одному? Я никогда не видел такой степени деградации у столь молодого человека. Если вы снова начнете употреблять, высока вероятность, что у вас случится сердечный приступ. Что за хрень ты нацепил? Эти очки стоят столько, что можно купить приличную тачку. Вообще-то я про твой комбез говорил. Как только ты поймешь, что нет никакого выбора, он появится. Я не наркоман. Пошел ты! Смотрю, в тебе еще есть жизнь. Значит, ты можешь победить. Я не могу. Ты отпустишь меня, наконец? Я, мать твою, до самых костей продрог. Не нужно проходить через это одному. Ты же знаешь, нас могут выгнать за это. Секунды свободы лучше, чем целая жизнь в рабстве. Как дела? Иногда хорошо, а иногда хочется заползти в темную нору и умереть. Ну что ж, тогда ты в порядке. Я ухожу и знаю, что мне не стало лучше. Я пытался. У тебя есть два варианта. Ты можешь позволить себя убить, либо завязать и идти дальше. Миллион мелких осколков. Черт побери, что за отвратительное пойло. Рад быть полезным.